Всем привет, ребята. Я сейчас один. Иду на массаж. Вчера снимали видос с Шерлоком. Взял я этого нашего кабана на руки. И, короче, вот так поднимаю. Опа! И все. О-о-о! Капец, короче, заклинило мою спину. 3 года назад у меня такие боли были. Сейчас иду к нашему остеопату семейному, чтобы он меня поравнял. Все на место поставил. Потому что, как говорится, еле хожу. Кабана больше этого поднимать не буду. Сейчас покажу вам, где что как. Так, ребята, ну что, меня, конечно, уже тут так помяли. Я уже хоть согнуться могу. Вот кабинет Виталия. Так вам быстренько покажу. Не нашел точку, просто чтобы поставить, чтобы снимать, как он меня мнет. Ну, так вот, по ощущениям, я хоть согнуться могу сейчас. Посмотрим. Обычно этот день еще будет обострение. Ну, а как буду себя чувствовать там к вечеру или завтра уже, чуть позже сниму. Всем привет! Вы на канале Николаев, а мы сейчас в такую не очень лесную погоду. Смотрите, моросячка у нас здесь, все небо затянуто. Дорожки у нас мокрые. Ну, в принципе, зато не холодно, ветра нету. Едем по делам. Мне нужно, тут у меня договорчик. Сдавали мы нашу одну квартиру, которая у нас в городе. Арендатором теперь... Арендаторы уезжают в другой город. Мы хотим сейчас закрыть договорчик. Расторгнуть? Расторгнуть договорчик, да. Такая процедура. Обязательно, когда ты сдаешь квартиру, ты заключаешь договор на сдачу. Потому что налоговая уже в личном кабинете уже до конца года насчитала аренду. Да, налоги мне насчитали. Налоги, да. А наши квартиросъемщики съезжают вот в этом месяце. В конце месяца. Вон с нами Ника. Никуша, привет всем. Софика, всем привет. Ну, конечно же, папа. Пообещали, ребята, у нас такие хорошие новости, сейчас я вам расскажу. Вот вы видите, дорога перед нами. В нашей деревне, можно так сказать. И нам пообещали в этом году, да, заасфальтировать. Обещанного 3 года ждут. Неправда. У нас в стране, если обещают в этом году, значит заасфальтируют. Потому 500 что у нас метров должны. Как раз всю нашу деревню заасфальтируют. И у нас раньше была пыль летом. Машины стояли вечно пыльные. Помоешь, а они уже сразу пыльные, так? Посмотрим. Закатают в сентябре, когда вся пыль закончится. Я пристегиваюсь. Нет, я очень надеюсь, конечно, что это будет раньше, потому что у нас вот в прошлом году, в 22-м, нам сделали часть, большущую часть дороги полностью перекатали. И если сделают эту часть, будет шикарно. Что, мой малыш? Ты меня звала? Едем, одним словом, едем. Потом нам надо забрать мальчишек. У Арсения еще тренировка. У Арсения еще тренировка по баскетболу. Кстати, Сашина рука немножко уже ожила. Покажу вам потом. Все, отлично. Договор мы расторгли. Забрать во вторник. А сейчас едем на почту. Позвонили прямо Коля с почты. У вас там лежит посылка, которую вы не забираете, да, Николя? С Китая. С Китая. Сейчас Николя прет на почту. Даже не знает, что. Сейчас придет какая-нибудь хрень новогодняя. Сейчас посмотрим, ребятки. Потому что, ну, звонят так даже очень, очень редко. Поэтому, наверное, так посылка задолбала их, что они решили набрать. Ты папа нашел? Так, ну что, смотрим. Что-то я уже сдалека видела, что-то большое. То густо, то пусто. Короче, я в прошлый раз ругался, что одна посылка пропала. Ты догадываешься? Это меламиновые губки, ребята, вторая часть. А это что? Боже. Боже, оно как-то во что мне не верится. Как-то они странно упакованы. Она типа поврежденная, смотри, написано. Поступила в поврежденном виде в учреждение обмена, дополнительно оклеена именным скотчем. Ага. Это вот та самая, которая первая. О, где ж толстенькие. Которая я все, а тут, хотел а тут ругаться. А тут, наверное, тоненькие, да? Ну-ка посмотрим. Да, да, тут тоненькие, смотрите. Я вам покажу в сравнении. Вот, да, смотрите, две губочки. Одна, ну, толстая, а вот это вот которые, я тонкая. Думаю, где они пропали. Вот они, да. На. Все, вот этими удобно будет ими что-то мыть, потому что это очень тонкие, и они быстро рвутся. Все супер. Короче, им просто объемы твои мешали, твоих посылок, потому что немного места занимают. Да, Софа? Софа, хочешь лицо как у тебя Лена протереть? Меланиновой губкой? Не надо. Кожу содрать? Не надо лучше.
Потом будет как попка обезьянки. Папа ржет, да. Бабушки Любе? Посылку нет, бабушки Любы нет. Если поеду, то бабушки Тани. А, ну поехали. А ты карточку брала я для телефона? Да, да, взяла. Просто у меня ключей нет от квартиры. Бабушки Тани вечно нет, не хватает места. По памяти в телефоне. Мы ей взяли карточку на 128 гигабайт. Только боимся, что она может не поддерживаться ее старым телефоном. Поэтому попробуем. Ну, у нее не такой он старый, просто что память уже в нем закончилась. Посмотрим сейчас. Очень маленький телефон. Ника, что ты увидела? Что там? Что? Вот что она увидела, смотрите. Что? Мы заехали к бабушке в гости. Где? Как ты говоришь, конфеты? И где Ника конфеты? Не отрывает взгляда. Где конфеты? Покажи. Так, пусть пьет чай, а давай. Как же ты любишь конфеты? А София ломает деда, чтобы он пиццу приготовил. С бабушкой. И дед сдался. Да? Ну, бабушка уже там готовит. Колбаса. Понятно. Да. Ах, эти внучки. Колбаса, угу. Глаза у них. Ника, будешь конфету? Конечно, еще бы. Никуся, покажи, какую тебе конфету дали. Какую хочешь? Она очищенная? Бери, какую? Или почистила. Папину любимую, покажи. Почистила, значит, вон. Каракум, да? Вот. Не толстый. Так, София, ты уже насыпаешь туда? Да. Колбасенцы? Да. Вареные колбасенцы? Да. Что там? Чего? Подожди, чего? Потом она. Вареную, что тут? Три вида колбасы, да, я вижу, да, что да, здесь. Да. Кетчуп, пошла. Лучок. Ты любишь лучок в пицце? Угу. Хорошо. А сам лук не люблю. А сам лук не любишь? Ну, если просто есть. Ника. А, любительница вареной колбасы. Кто любит вареную колбасу? Она любит все, что просто вкусно, да. В одной руке зефир, во второй вареная колбаса. А я ромашки люблю. Оксана, она моя внучка. Я тоже люблю все, что нельзя. Все, что невкусно. Все, что вкусно, но не полезно, да, доченька? Вкусная колбаска. Быстрее готовилась. И о, сыр, вот так, скажи, вот так, люблю. Вот так, вот тут на этот. А дедушка там с Софикой, вот да, так, готовят? Да. Продолжают. Вот. Ой, будет вкусная. О, что еще? Ой, подожди, вкусная, подожди. Бабушка, сейчас приготовится пицца, будешь помощница. Кушать. Финальный штрих – это зелень. Да, Софик? Ника тоже хочет готовить. Дед, возьми Нику на руки. Сейчас мы ее. Показать Нике пиццу? Нет, она будет хочет готовить. Нет, так уже ж приготовили, Никушка. Посыпай. Ника тоже сейчас будет посыпать. Сейчас будут вся петрушки. Она за колбасу. Ника колбасой будет посыпать в рот. В рот посыпать колбасу, да? Сейчас она посыпает. Все, красота. Все. Ставьте в духовку.